ну что, друзья, продолжим. Рюки? Так, ну что? Ой. Упасть не... Да, это уже неплохо. Вон, это похоже на тот посох с горы. Но пока мне до него не добраться. Так, вот это вот. Что у нас? О. Ну-ка. Мне не пройти, пока тут щупальца. Я не лезу в воду, пока там и существует. Отвлечем? Ой, я случайно уронил эту игрушку в воду. О, зато мы можем пройти. Пожалуйста, пусть отсюда будет выход. Надеюсь, это просто статуя. Как оно тут оказалось? Ну, куколка, давно тебя... Давай переоденем. Тебя ждут гости. Тут тайного хода нету. Сапожки. Крошечные резиновые сапожки. Как мило. Откуда взялся этот кубик? Пусто. Кажется, ловушка для крабов. Может пригодиться. Какая красивая голубая ткань. Хоть бы это не то, что я думала. О, это выход. Ой. Она меня заметила. Похоже, ему не нравится, что я тут хожу. Кажется, это существо чаепитие нравится куда больше, чем мне. Ну-ка. Чувачок. Опа. Ну-ка, одень. Не хочу смотреть на эти жуткие кукольные ножки. Угу, класс. Обувь, одежда есть? Эта кукла выглядит лучше, чем я. Угу. Может, ты станешь его новым другом? Не полезу в воду там пока, существо. Угу. А там все? Маленькая каска. О, наверное, него. Нет. Угу, не очень-то. Похоже, это неубительная замена. Так, надо посмотреть, что там есть еще. А, вот. Вот каску. Выглядит здорово. О, а теперь... Спасибо за чай. Но теперь ты можешь поиграть с куклой. Мне надо спасти брата. А что здесь такое? А, убегаю, получу новый значок. Похоже, это выход. О, я так и знала, что за этим камнем что-то есть. Могучая девочка вышла из двери Ники. Иногда она стучит своей длинной рукой в пещере Хильды. Хильде, там нечего делать. Что это было с щупальцами? Ф, Нёка.
Она не добрая, как братья тролли. И некрасивая, как сестры тролли. Она вообще не как тролли. Как с ней справиться? Хельда умная, к ней не ходит. Но не очень умная, потому что не знает, как ее прогнать. В нее как все тащит под воду. И в пещере так нет огня. Ножки промокли, бедная замерзшая Хельда. Как Хельда теперь будет пить чай? От костра остались только пепел и грязь. Лучше не трогать. Так, подожди, у нас спички есть. Теперь осталась только одна спичка. Ого, тепло. Теперь, может, согреешься чаю. Хельде не нравится запах. Скоро он станет лучше. Хельда голодный и маленький человек. Да. Так, тогда нам нужно двигаться. А двигаться нам надо дальше. Мы кое-куда не сходили еще, надо посмотреть, что из себя представляют места. Древо, древо, мать. Так, пройдем сюда. Кстати, а здесь вот что такое? Нора, интересно, кто там живет? Слишком большая для кролика или барсука. Кажется, туда даже я пролезу. Давай, посмотрим, что там. Откуда здесь столько лохмотьев? Как на барахолке. Какие-то тряпки могут пригодиться. Умница. О, кышка, кошка, какой огромный кот. Кот же не едят маленьких девочек, да? Привет. Я Тувы, а тебя как зовут? Я Йольский кот. Ого, значит ты Йолакетурин. Я великий пожиратель. Я гроза тех, кто не обзавелся новой одеждой. И да, иногда меня называют Йолантурином. Раньше люди жили в страхе передо мной, но теперь это время прошло. О, почему? Йольский кот – голодная черная ночь. Йольский кот – всепоглощающий черный ужас. Черный, а не серый. Не серый? Что это значит? Мой мех сидит. Для йольского кота это неприемлемо. Ага, понятно. Может быть, я смогу помочь? Могучий йольский кот не нуждается в помощи людишек. Йольский кот их ест. Ест? Но... Я думал, ты уже не чувствуешь себя могучим, разве нет? Вечно. Да будет так. Верно, точнее. Так, да будет так. Верни. Моему меху великолепный черный цвет. И в следующий июль я пощажу твой дом. Даже если у тебя не будет новой одежды. И все? Какой-то неравноценный обмен. Ты смеешь отвергать милость йольского кота? О, нет, я согласна. Хорошо, я буду ждать твоего возвращения. Ага. Вот это окорок. Он хорош, но я слишком зол, чтоб есть. Ха. Ты смеешь зариться на добычу йольского кота? Нет-нет, просто проверяю, готово ли. Не готово. О, здравствуй еще раз, могучий йольский кот. Нашла ли средство от этого ужасного серебристого меха? Еще нет, если честно, мне он нравится. А йольскому коту не нравится. Да, прости, я ищу средство. Похоже, это украшение из кости. Это будет отлично смотреться на диванчике. На каком диванчике?
ума сошла, что ли? Диванчики. Я дам диванчик. Так, понятно. Ему нужен... мы можем сделать... Так, это проход. А мы не ходили еще наверх. Вот сюда. Вот сюда мы не ходили, да. Мы открыли проход, но не ходили в него. Здесь мы открыли проход. Блин, еще один. Еще один. Сколько же вас тут? Может, все валуны когда-то были троллями? Что тут было? Это огромный отпечаток руки. Нечеловеческий. Здесь земля перекопана. Погибший, наверное. Ой. Фига здесь территория. Привет, малыш. Ты тут живешь? Да. Каждому квангу нужен свой собственный прот. Я имею на это право. Я не вернусь назад. Не вернешься? Я не понимаю. Я просто хотел спросить, не встречал ты здесь йотанов? Йотанов? Я ничего про них не знаю. Просто оставь меня в покое. Ну-ка, а может здесь камень можно бросить? Нет, Фотогрим говорит, что камни жажды очень важны. То есть важны. Ну понятно, что важны. Так я не хочу ему отдавать, я хочу наполнить. Сейчас я его окуну. Во. Ура! Еще один камень напился. Отлично. А, что это было? Это плесень, как будто зашевелилась. Это словно реагирует на мое присутствие. Это же не важно, да? Невозможно. Ах ты. Нет уж. Так, это шипы. Тебе дам шипы. Я не стану пытаться это разрезать. Сможешь? Это слишком много, но она просто отрастает. Руны? Но что они значат? Закрывается, это бесполезно. Их слишком много. Такая же фигня. Какие огромные грибы. Как они выросли такими большими? Мы туда не получится у нас. Это видно сразу. О, мы сможем здесь дерево освободить. А ну-ка пошла сюда. Жар птица. Сейчас, давай. Так, это было непросто. Кажется, древо пути еще не оставило покоя. А, вон. Во. О, спасибо, малышка. Мы не знаем, что творится с лесом в последнее время. Но точно ничего хорошего. Да, тут явно творится что-то странное. Теперь ты в порядке? Твоя мать древо послала меня найти тебя. Да-да, мы будем в порядке.
Правда, насчет прочих жителей леса мы не так уверены. Мы чувствуем корни, они тянутся. Ага, связь. Еще чуть-чуть. Получилось, мы снова связаны с матерью. Ты нам очень помогла. Наши корневые ходы к твоим услугам. Рада, что смогла помочь. А вот я хочу связующее звено. Открыть все корневые ходы. А вот это что значит? Еще руны. Кажется, их можно поворачивать. А здесь есть руны? Вот я вижу там руна. Там. Так, окей, пока что непонятно. Не могу понять. Кстати. О. Опа, пароход. Yes. Да. Отлично. Опа. Банки, склянки. Классно. Баночка. Я нашел пустую банку. Я знаю, что туда засунуть можно. Это будет классно. Магическая наука. О, копалка-копалка. Уверена, совочек может пригодиться. Тебе нравится брать мои вещи, да? Мне... Что, мне чудится твой голос? Может, это голос совести? Прости, я не знаю, кто ты и где. Я просто ищу своего брата. И это дает тебе право воровать? Нет, но это похитилось чудовищем его. И вокруг троллей, и деревья с глазами, и... И теперь мне надо найти каких-то хранителей, чтобы они мне помогли. Ты сказал хранители? Йотана? Да, ты знаешь, где они? Так это ты, та девочка, которая шепчет весь лес. Лес? Шепчется? Ну да, думаю, я могу тебе помочь. Да, правда? По крайней мере, попробую. Но мы ведь имеем дело с черной магией. Жители леса напуганы. Конечно, поэтому мы прячемся. И что теперь делать? Я помогу, если ты нам поможешь. Для начала нужно сделать так, чтобы ты стала незримой. Я сделаю тебе особую маску. Тебе придется принести мне ингредиенты. Конечно, что тебе нужно? В первую очередь, эссенция. Слушай, я тебе просто все запишу. Вот, просто брось все это в мой котел. Можешь приходить, сверяться со списком, когда захочешь. Хорошо, спасибо. Окей. Знаю, булькает что-то. Так, что мне... В первом списке идет череп барана. Пугающее начало. Дальше. Два паразита кошмарника. Кошмарника? Звучит жестко. Это мерзкое создание... Озвученные темной энергией. Они питаются чужой силой, взамен высасывают черные страшные видения. Ты знаешь их, когда увидишь? Ну ладно, последний ингредиент — это волосы из бороды квакла. Да, их может быть непросто достать.
Попробую поискать в водоемах, пурдах, реках, там и подобных местах. И они достанутся мне просто так? Сомневаюсь, возможно, придется надавить на кваклу. Звучит неприятно. Зачем мне? Просто напои... Напомни ей о ее сыновьях. Предложи свою помощь. Ладно, поняла, кажется... Ну да. Так. Волосы из бороды квакла, два паразита-кошмарника, череп барана. Окей. Может, мы сейчас из квакла возьмем? Квакл. Не нужно на ту сторону, мне должен быть какой-то другой. Не так противный способ. Чувак. О. Все сидишь в своем мутном болоте? Сижу, никогда уходить не собираюсь. Угу. Так, пойду я схожу. Квакл. Может, другой какой-то мне поможет квакл? Помимо этого. Я вот думаю, куда мне нужно? Похоже, тогда поросль расползается по лесу. Ой, в натуре, да. Угу. Нужно как-то аккуратно. Мне нужно в церковь. Церковь. Там что-то было. Надо раскопать. Может, получится? Ничего не выходит. Не хочу просто так, где вздумается копать. Не получается. Тогда. Мне в горы надо, где баранья голова. Угу. Оттуда, так, мне вот... он как раз нужен. Ну-ка, залезем. Можешь, малышка? Это цветок я уже видела где-то. Кажется, цветок у валерьяны. Ну-ка. За мной наблюдает. Но кто? Там слишком темно и опасно, я должна выжить, чтобы спасти Ларса. Что сделал папа на моем месте? Он бы сделал факел, чтобы узнать, о чем... Ага, с чем он столкнулся. Это бестолку. А где у меня факел? Сгонять троллихи там.
принципе. Осталась только летаргическая лилия. Ага, ну есть она. Есть, есть, вот она. В книге сказано, что надо замельчить до 5 минут где-то. Думаю, хватит. Очень приятно пахнет. Теперь нужна горячая вода. Привет, Кваклинг. Она не смотрит. Хочешь поговорить? Для начала я Кранк, благородный представитель рода Кваклингов. О, а это вы. Рада познакомиться. А я буду рад, когда я выберусь отсюда. Я хочу вернуться домой. Я смог немного ослабить цепь, но... Если ты просто сбежишь, она заметит, понимаю. Я хочу тебе помочь, но боюсь ее разозлить. Она может скормить меня своей сестре. Или сделать из меня удобрение. Верно. Из меня заодно. Надо как-то ее обхитрить. Возможно, я все-таки смогу улизнуть. Если я найду тебе замену. Что-то, что займет твое место. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Я нашла рецепт сонного цветок. Ага. Так, еще у нее в пещере сидит маленькая болтливая лягушка Кваклинг. Он должен быть истреблять синяков в садике. Но он, в отличие от своих братьев, их не любит. Этого Кванга зовут Кванг. Он попросил меня помочь ему сбежать. Не ожидал такого от Хильда. Она показалась недоброй. Но злить ее не хочет. Она придумает, чем подменить Кванга, чтобы... Чем можно подменить-то? Ловушка для крабов. У меня есть мысль. Двигаем. Там у нашей троллихи забрать. У нас есть баночка. Может, соберется баночку? И еще нужно воду найти, речку или что там осталось для водного. Отлично, теперь у меня есть черного пипла в банке. Ага. Пипл в банке есть. Так. О, кстати, я забыл совсем. Я нашел для тебя отличный чай. Лучше, чем у моих сестер? Их чай, по сравнению с этим, просто вонючая жижа. Тогда Хильда сочинит об этом новую песнь. Чай готов? Тоби не будет пить? Нет, спасибо. Этот чай только для троллей. Больше достанется Хильде. За Тоби, доброго человека и ее кости. Сработало. Прости, Хильда. Отдохни немного и никого не ешь. Мне нужно одолжить у тебя флейту. Ради хорошего дела, честное слово.
Дарина костяная флейта. Не стоит ли играть на инструменте, который был троллей в носу? Так, а кстати, у нас есть одна штука. Сейчас, подожди, дерево. Так, это вот сюда вроде бы. Или нет? Ну, почти. Почти. Вот, правильно, все. Нам сюда. Я хочу разрыть могилу. Не знаю, получится или нет. Было бы хорошо, чтобы получилось. Это вот это вот. Вот бы там было закопанное сокровище. Что это? Настоящее сокровище. Я нашла кучу старинных монет. Ого. Кто-то нашел, то есть себе обед. Угу. Так. И у нас получается... У нас здесь есть вот место особенное. Где кидаются монетки. Вот оно место. Пожалуйста, путь желания сбудется. Вау! А я вот и... А вот и обед, Квак. Квак, иди к ма... Мамаша квакал, крошка. Нет, стой, я могу тебе помочь. А я в этом очень сомневаюсь. Я могу найти твоих сыновей. Моих кваклингов? Кто тебе про них рассказал? Если честно, я не знаю. Понятно, я действительно по ним скучаю, квак. Ладно, я тебя пощажу. Найди моих мальчиков и там посмотрим. У меня есть условия. В обмен на кваклингов я хочу попросить у тебя немного твоей бороды. Моей бороды? Квак? Думаешь, ты достоин такого дара? Может быть и нет, но неужто ради своих детей ты... а ты умеешь торговаться, малявка? Ну ладно. Договорились. Спасибо, мама квакал. Тут живет... Только огромная бородатая жаба. К счастью, она у меня не съела. Она хочет, чтобы я помогла ей вернуть сыновей. Так. Чем дальше, тем страшнее. Тут завелась какая-то жуткая пара, порсель. Она очень быстро растет, и кажется, она совсем не безобидна. Да, гадость вон, грибы эти цветные. Так, и я бы хотел сгонять в церковь. У нас есть колотушка, там кое-что сделать. Вот она, церковь. Там буквально секунду.
А здесь еще и вырыть можно что? Ну-ка, посмотрим. Угу. Наверное, всем искателям сокровищ приходится возиться с грязью. Интересно, кто закопал тут этот узорчатый диск? Папа сказал, главное не подставляй пальцы. Похоже, резная фигурка упала. Думаю, по этой резной фигурке никто скучать не будет. Так, а кстати, не будем уходить далеко. У меня есть мысль, я нам, может быть, правильно, а может нет. Мы в церкви, наверху колокол. Здесь вот есть пролом, мы не можем никак не подкопать, ни что-то. Я думаю, что нужно колоколом прошибить это. У нас же заточенный меч есть. Осторожненько. Прости, колокол, больше тебе уже не звенеть. Ох. Ну, спасибо за помощь. Угу. Звон. Лучше бы не сделали, да, горочку. Быстрее спускаться, чем по лестнице этой. Так, и что там? Посмотри, что там. Там темно, и надо собраться с духом. Ох! О! Что это за место? Склеп. Думаю, они бывают только в книжках. Интересно, что же значат эти символы? Странное квадратное отверстие. Давай заберем. У нас вроде бы были. Какие-то. О. Нет. У нас меч есть. Давай, режь. Есть. Странный какой-то каменный кубик с узорами. Отлично. Это первый. Первый. Кем были эти люди? Интересно, как раньше жили люди эти? Этот узорчатый диск может пригодиться. Где? Все, стенка? Мне показалось, там нет ничего. Так, окей. Хм. Кажется, раньше здесь было что-то. А, о, нифига здесь. Разные. То есть, например, вот так ставить. Потом два. Три. И чё?
Не работает. Что-то не так. Неправильно. Так. Так, я вот думаю, что... Как стандартно начинается с первого, да? Три. Что у нас тут? Это был тайный шифр, я так и знала. Ну и что здесь такое? Что особенного? Похоже на ночное небо. Для чего это? Я разгадал шифр, но в другом зале, где можно много статуй медведей, меня ждет новая загадка. Похоже, нужно расположить 4 диска в правильном порядке. Так, ну давайте, друзья, на этом все. В следующей серии мы продолжим, а на этом все. Всем или готов, всем пока-пока.